В филиале социальной поддержки населения началась выдача справок учащимся из малоимущих многодетных семей. Это сведения о денежной компенсации за приобретенную школьную форму один раз в 2 года, а также на бесплатное питание. Но стоит отметить, что родителям учеников из многодетных семей, у которых истек срок предоставления мер социальной поддержки или которые еще не встали на учет в филиал центра, необходимо в срочном порядке явиться по адресу Ленина, 22. Только после сдачи полного документа семья получает статус малоимущей многодетной. В целях своевременного предоставления данных мер соцподдержки гражданам и упрощения получения справок между филиалом и администрациями районов и городов составлено соглашение о межведомственном взаимодействии, на основании которого школы формируют списки учащихся из многодетных семей, а филиал, в свою очередь, проверяет списки на предмет отнесения многодетной семьи к категории малоимущих, выписывает справки на бесплатное питание и школьную форму и передает в школы. Таким образом, весь процесс предоставления меры соцподдержки осуществляется без участия родителей.